Ну что, дорогие афисионады, вот и подошел к концу год, в котором вы наконец-то начали правильно питаться, занялись спортом, бросили пить, ну и наконец-то начали бегать по утрам. Вот, значит, в новом году, ну, как всегда, хотел бы пожелать вам духовного равновесия, душевной гармонии, ну и только позитивного мышления. Или, как сказал классик, состав пожеланий всегда одинаков. Побольше здоровья и денежных знаков. И чтоб ваша хата не знала ни доктора, ни адвоката.